Катерина Мірзоян, керівниця музичної частини театру, завітала до нас в гості. Доброго ранку вам. Вітаємо в нашій ранковій студії. Отже, розказуйте, що буде, тому що вже, я думаю, всі в очікуванні, вже не вперше відбувається ніч у театрі, і всі майже знають, але все одно кожного року щось змінюється. От розказуйте, що зміниться цього року. В этом году традиционно третий раз наш театр проводит ночь в театре. Это большое мероприятие, которое каждый год завязано на определенном событии. Первая ночь в театре мы показывали мюзикл «Призрак оперы». Собственно, на этом и строится концепция нашего мероприятия. На следующий год мы показывали патриотическое мероприятие. И в этом году у нас просто бомбовое, потрясающее мероприятие, которое будет состоять из концертных номеров. И особенностью этого концерта будет то, что в нем будут участвовать два самых грандиозных оркестра нашего города. Это Performance Big Band Николаевского колледжа музычного мастерства под руководством Владимира Алексеева. И это эстрадно-симфонический оркестр Николаевской областной филармонии и Николаевской филии Киевского национального университета культуры. Да, солисты у нас будут из нашего театра, из филармонии, из музыкального училища. Будут приглашенные звезды, которые будут исполнять хиты вокального искусства. А построена вся музыкальная часть будет на самых известных произведениях мюзиклов. Это так здорово, потому что мюзикл – это такой жанр, который соединяет в себе и оперу, и балет, и драматургию, и какие-то визуальные средства эмоциональной передачи. И я думаю, что в этом году это на самом деле будет самое яркое мероприятие, которое было в ночи в театре. Это будет масштабно, я так послухала. Действительно, насколько я помню, то наче в этом году все самое будуется на тому, что битва будет, так? Что ну, я бы не сказала это... Ну, не так, что... Да, не назвала бы это битвой, потому что... В нашем городе, по крайней мере, в музыкальной сфере, мы дружим между собой. Да, кто-то лучше, кто-то еще лучше, вот, но, в общем, мы все дружим, и мы все друг другу помогаем, и мы все стараемся сделать так, чтобы наш партнер показал себя в лучшем свете. И для этого сцена Николаевского театра драматического будет освобождена от всех кулис, от всех предметов, которые на сцене находятся, для того, чтобы мы смогли разместить два больших оркестра. Это будет потрясающе, потому что сам вид двух оркестров на сцене, это уже впечатляет. Звук, который нам предоставляет музычный свит, всегда качественный, всегда богат тембрами. И находясь в зале во время концерта, наш зритель испытывает, ну не только наш зритель, чего скромничать, и мы за сценой, и на сцене испытываем просто какой-то дзен музыкальный, потому что вот все обертоны всех инструментов, звучащих на сцене, они прям проходят через наше тело, и это не... Це такі відчуття. Я зараз на вас дивлюся і теж переймаюся тим, знаєте, от як це все буде відбуватися, і просто відчуваю цю енергетику. Я знаю, що не варто це пропускати, тому що дійсно буде дуже круто. От ви казали про різний репертуар, що різні. От як вибирається, тому що зараз, мені здається, сучасний слухач і глядач, він дуже такий вибагливий до усього. От як артисти готуються до того і планують якось реакцію саме глядача і слухача такої? В искусстве, в культуре есть столпы. Это то, на чем держится все искусство и культура. И это в первую очередь это классика. И если в симфонической музыке классика – это симфонии, то в более легком жанре, ну, я бы не назвала его легким, но в другом жанре, да, в жанре мюзикла – это, ну, собственно, и мюзиклы, да, которые в себе, как я сказала ранее, объединили очень много музыкальных жанров. И хиты этих мюзиклов, они с нами с детства. Это истории, рассказанные нам в самом раннем возрасте, и мы о них все знаем. И еще раз услышать их в хорошем качестве, в хорошем настроении, в прекрасном месте, мне кажется, это здорово. Это не каждый город может себе позволить. И спасибо нашим организаторам, в первую очередь Артему Александровичу Свистуну, нашему директору, который принял такое решение, вот такая идея фикс, соединить два оркестра, соединить вокалистов и бомбануть наш город. Слухайте, так, ну, зрозуміли. А що щодо глядачів? Окрім того, що треба придбати квитки, як мають виглядати вони? Я знаю, що є якийсь певний дрес-код.
я бы назвала это, певный дресс-код я бы назвала свободное выражение себя. Ночь в театре – это то время, когда человек может показать свою внутреннюю суть, которую он не может показать в обыденной жизни. Mm-hmm. Если он в офисе работает, там вот строгий дресс-код. А к нам в театр можно приходить так, как человек себя ощущает, как он себя чувствует. Некоторые себя ощущают в прошлом веке, некоторые в будущем веке. И, собственно, у дам это может отразиться в шляпке, в очках, в макияже. А у мужчин, возможно, кто-то придет во фраке. Это будет здорово. У нас будут фотозоны, на фоне которых можно запечатлеть свой визуальный внутренний мир. Круто, як. У котрій годині все буде розпочинатися? 7 часов. Угу. Дорогі наші ніколаївці, ми приглашаємо вас 31 октября і 1 ноября в 7 часов вечора к нам в Ніколаївський академічний художественний русский драматичний театр на потрясающее событие «Ви не пожалеєте». Дякую вам, дякую, що розказали. Я думаю, дуже корисно знати, що буде відбуватися найближчими днями в Миколаєві і як провести свій час, до того ж це і корисно, і культурно, і дійсно відпочити після робочого дня, це дуже круто. Якщо не помиляюсь, то 2 дні буде, так? 31 і 1. Да. Все, друзі, запам'ятали, завітайте, я думаю, це буде дуже корисно. Збирайте друзів і хочеш у театр. Катерина Мірстоян, керівниця музичної частини театру, була сьогодні у нас в гостях, розказала про усі деталі ночі в театрі.